ευλογητό ο Θεός ένας ο οποίος θέλει να ζήσει λίγο κοντά στον Θεό πρέπει να έχει την ενεργία. Каждый, кто хочет жить около Бога, обязательно должен найти душевный мир. А мы вот говорим, например, а что у нас в семье происходит? Если в семье супруги не хранят между собой любовь, детьми ничего не получится. Современным детям не приносят пользы ни наказание, ни ругань. Им нужно дать хороший пример, пример добра. А у нас в семьях как зачастую бывает? Вечером мать уходит, дети не знают, куда она пошла. Ночью отец ушел, дети не знают, куда он пошел. Дети ушли, родители не знают, где они, и живут в таком недоразумении. В современном мире человек, естественно, быстро возвращается на свои злые дела. Поймите, это происходит естественно. Как же мы хотим собрать детей, не прилагая усилий? Наши дни — это время самых серьезных плоских грехов. И как родители, имея такие грехи, могут удержать детей? Как, скажите мне? И вот дети в этом возрасте, с 14 до 17 лет, многие уже вкушают страшный плод греха. И если они это попробовали в таком возрасте, то это уже врастает в их плоть, и уже от этого так просто не избавишься. Они уже живут с ним всю жизнь. Поймите, они и состарятся с этими грехами. В таком случае плотской грех из природы не вырвать. А ведь пасть в грех очень просто. Вот я вас спрашиваю, как происходит грех? Святой Никодим Святогорец говорит, всего от одного помысла. Больше не нужно ничего. Потом наступает сочетание. Ну ладно, ничего, один раз попробую. И тогда уже происходит сосложение. А потом пленение и грех — вторая природа. И все, ты уже сам себя ассоциируешь с грехом, свою личность, и это уже не вырвешь. И поэтому святой Никодим Святогорец называет это мраволев, то есть лев-муравей, такое животное. А как вы понимаете, что это за животное? Спереди лев, а сзади муравей? Нет, вот смотрите. Приходит маленький помысл. Это всего лишь муравей. Его можно просто раздавить пальцем. И вот прошло всего лишь несколько мгновений, и уже этот помысл — вторая природа. Лев, который тебя может разорвать на кусочки. Поймите, муравья просто взял и раздавил, и забыл. А лев уже сам тебя разорвет. Задумайтесь, как начинается страсть? Из ничего, из помысла. Знаете, почему говорится в Псалтире? «Из утрия избивах вся грешная земли». И отцы как толкуют это? Всех грешников — это помыслы. То есть с утра, за утро я отсекал все помыслы. Как только страсть вошла в жизнь ребенка, все, ребенок потерян, вы его потеряли. Или это девочка, или это мальчик. Если ребенок попробовал плоский грех, то все, он уже так просто восстать из греха не может. Так нам говорит святой Косьма. Если ребенок почувствовал вкус,
то для него это непреодолимо. Потому и говорится в Псалтире: «Наутро избила вся грешная земли», то есть с самого начала, с первого помысла. Это как раз и говорится о всех дурных привычках. И каждый отец, каждая мать пусть знают, что тех детей, которых не успели удержать, которых упустили для плотского греха, все, они потеряны. Они уже будут мучиться всю жизнь. Все дети, которым не уделили вовремя внимания и оставили их без присмотра, они потеряны. И потом уже всю свою оставшуюся жизнь дети мучаются. Всего лишь если страсть вошла в них в этом возрасте, в 14-17 лет. Но почему, почему мы каждый раз попадаемся в одну и ту же ловушку? Потому что мы люди, и мы падаем. Ваня упал, Ваня встает, и Бог ему дает благодать. Бог-то нас принимает, но мы-то теряем самый важный ресурс — это наше время, нашу жизнь. И отдаем ее тирании дьявола. И я знаю многих людей, которые всю свою жизнь до глубокой старости мучаются от плотских грехов, от которых они не смогли удержаться вот в этом возрасте, в 14-17 лет. И здесь говорится о любых вредных привычках. И так они всю жизнь и падают, и падают, и падают. Почему мы не следим за нашими самыми важными первыми шагами в жизни, к самостоятельной жизни? Ведь это крайне важно. От этого зависит, спасется душа или нет. Та душа, которой мир вообще не достоин, целый мир. И поэтому мы и взываем Духу Святому: «Господи, спаси души наши». И это тропарь, но этот смысл мы вкладываем в каждый тропарь, в каждом песнопении мы говорим: «Спаси души наши, спаси наши души, спаси нас, Боже». Это же основа нашей молитвы, основа наших прошений. Ведь душа — это основа человека, это его жизнь, это личность. И только сейчас и здесь мы можем получить благодать. А потом уже это будет невозможно. Ведь все Бог дает нам только по благодати Божией. Без нее ничего хорошего в нашей жизни произойти не может. Как мы вот с чего начинали: Ваня упал, и Ваня встанет. Сегодня упал, а завтра он говорит: нет, надо встать и пойду к духовнику. А потом снова то же самое. Но грех мучает, и мы говорим: куда нам пойти? Другого пути все равно нету. Буду каяться, пойду на исповедь. И вот скажите, сколько времени нужно, чтобы покаяться? 10 лет? Много. 5 лет? Много. 1 год? Много. 5 дней? Много. 1 день? Тоже много. 1 час? И это много. Требуется только одна лишь молитва разбойника: «Боже, помяни меня», и решимость не грешить. Вот так быстро происходит покаяние. Итак, одним помыслом мы падаем, и одним помыслом встаем. Но сколько нужно мучиться и страдать, чтобы этот второй помысел пришел? А Бог помогает встать нам. Но зачем мы предаемся тирании дьявола? Помните, как в купели Силаама, расслабленный, Господь спрашивает его: «Хочешь ли здрав быть?» Он отвечает: «Я не имею человека». И вот Господь стал человеком, чтобы нам помочь.